Я думаю, что будущее рекламного рынка в том, что он будет все ближе и ближе подходить к потребителю. И реклама не будет такой отдаленной, не будет такой сильно бьющей по эмоциям, потому что эмоциональная усталость уже тоже начинает у потребителя совершенно очевидно нарастать. И рекламе придется быть более миниатюрной, более аккуратной, более точной, более разнообразной. Ей придется поступиться своими масштабами за счет разнообразия.